А в гостином дворе открылся портал в прошлое. Отправиться в Москву вековой давности можно, рассматривая детские рисунки того времени. Родной город и человек истории, современность, природа и обычная школьная жизнь были темами для юных дарований первой четверти прошлого столетия. Дети, пропуская через себя события, изобразили на бумаге то, что поистине ценно и остается актуальным через столетия.